Воздушные диски, в отличие от кузова автомобиля, подвергаются более сильным загрязнениям, для удаления которых требуются специальные очистители. Для удаления следов битума, колодочной пыли и ржавчины я использую очиститель дисков «Диск» от компании «ГРАЗ». Сначала диски необходимо тщательно вымыть, и то, что не отмылось бесконтактным шампунем и водой, легко удалить средство «Диск». Переводим средство в режим распылитель. Наносим средство на поверхность диска, ждем 3-5 минут. Если загрязнение сильное, можно протереть губкой, а для чистки в труднодоступных местах можно использовать специальную кисточку. Далее смываем средство водой с аппарата высокого давления. Ну что, друзья, результат налицо.